Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Премьер-министр Мурат Карданов и гендиректор компании курорта Северного Кавказа Сергей Верещагин осмотрели строящийся всесезонный курорт Архыз. Продовольственная безопасность в Общественной палате Карачаево-Черкесии обсудили важную на сегодняшний день проблему, волнующую всех жителей страны. 450 лет назад этот населенный пункт в Молдавии был основан нагайцами. В праздновании села Авдарма приняла участие и делегация нашей республики. Глава Карачаево-Черкесии провел рабочее совещание по вопросу предоставления жилья детям-сиротам и участникам республиканской программы «Жилье молодым». Рашид Тимирезов дал поручение председателю правительства Мурату Карданову, вице-премьеру министра строительства и ЖКХ Сергею Смородину активнее работать с крупными застройщиками республики, чтобы они предусматривали в проектах многоквартирных домов типовые квартиры для данных категорий граждан. Кроме этого, руководитель дирекции капитального строительства Ахмат Салпагаров доложил о работе по подготовке типовых проектов дошкольных учреждений повторного применения, рассчитанных на одновременное пребывание в них от 100 до 250 детей. Рашид Тимирезов рекомендовал членам правительства изучить опыт строительства типовых детских садов в других регионах с учетом мнения педагогических коллективов и дал указание продолжить работу по перепрофилированию пустующих помещений школ под дошкольные группы. Сегодня председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Карданов и генеральный директор курорта Северного Кавказа Сергей Верещагин посетили с рабочим визитом строящийся всесезонный курорт Архыз. Они осмотрели территории четырех очередей курорта Архыз 1650, Лунная Поляна, Пхия и Дукка. Подробности Мурата Джанкесова. Реализация проекта «Архыз» позиционируется как один из основных этапов создания туристического кластера на Северном Кавказе. С учетом этой позиции были приняты исчерпывающие проектные и технические решения, чтобы, начиная с зимнего туристического сезона, обеспечить полноценный отдых для туристов, в том числе эконом-класса. На сегодняшний день в поселке завершено строительство административного здания общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Первых посетителей уже ждут два гостиничных комплекса. Получено разрешение на эксплуатацию канатной дороги общей протяженностью около 2,5 километров. Совершаются работы по благоустройству территорий вокруг зданий. Сегодня мы обсуждали готовность, обсуждали ход строительства по отдельным объектам, обсуждали сроки сдачи в эксплуатацию, передачи в эксплуатацию всех необходимых для эксплуатации курортных объектов. Ну и заодно обсуждали, как мы будем эксплуатировать наш курорт. Тоже очень большой вопрос. И нам предстоит всем очень сильно поработать, чтобы это решить. Вот. Но понимание, что делать необходимо, у нас есть. Есть полная поддержка и правительства Республики Карачаево-Черкесия, и президента Республики Рашида Борисовича Тимирезова. Есть понимание, какие задачи стоят у нас, как управляющей компании КСК, у нашего резидента Архыз-Сенара. Так что все вместе будем сейчас прикладывать максимум усилий и выполнить основную нашу задачу – запустить курорт в этом году. В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России» на условиях софинансирования из республиканского бюджета завершено строительство линии электропередачи, водозабора и сети водоснабжения, подводящего газопровода, канализации и комплекса систем сточных вод. Практически завершено строительство автомобильной дороги до поселка Архыз-1650. В принципе, объекты, которые гостиничные комплексы, готовы. На сегодняшний день полностью обеспечены электричеством, газом, необходимым водой. Но сегодня те инфраструктуры, которые обязаны мы сегодня ввести в эксплуатацию, это требуется определение собственности. Что некоторые вопросы, которые сегодня не решаются, мы определили. Определили точные сроки их выполнения по датам, по всем этим моментам. Обсуждение вопроса у нас в основном те обремененные участки, которые были, тоже мы с ними тоже определились, что до конца, до 1 декабря мы эти вопросы будем снимать. Что касается именно с нашей стороны правительства, правительство полностью эти вопросы понимаем, насколько они серьезны, и те установленные сроки, которые приняты на сегодняшнее совещание, мы это выполним, сделаем в срок. После заседания, которое прошло в конференц-холле гостиницы «Романтик-1», участники совещания отправились на месте осматривать объекты и визуально оценить степень готовности в первой очереди курорта к горнолыжному сезону. Мурат Джанкезов, Аслан Баташев, «Вести Карачаево-Черкесия», Архыз.
Накануне президент России Владимир Путин в столице Башкирии встретился с лидерами мусульманских организаций страны и ближнего зарубежья и провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Во встрече, посвященной 225-летию Центрального духовного управления мусульман России, принял участие председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев. Общение с главой государства началось с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего в Волгограде. Лидеры духовенства призвали развивать и поддерживать традиционный ислам, а также отметили важность совместных усилий власти и общества в борьбе с таким разрушительным явлением современности, как терроризм. В свою очередь, президент Владимир Путин призвал восстановить собственную исламскую богословскую школу. Продовольственная безопасность республики как составная часть продовольственной безопасности Российской Федерации. Под этим названием сегодня прошло пленарное заседание Общественной палаты Карачаево-Черкесии. О том, какие были подняты вопросы и, самое главное, какие найдены решения, расскажет Светлана Акбаева. С основным докладом выступил министр сельского хозяйства республики Ахмат Семенов. Вначале он рассказал об успехах подведомственной отрасли. По его словам, в Карачаево-Черкесии 80 тысяч личных подсобных хозяйств. Из них 22 тысячи получают господдержку. В прошлом году эта сумма составила 410 миллионов рублей. Ахмат Семенов озвучил и такую цифру. Карачаево-Черкесия в этом году должна собрать хороший урожай – 315 тысяч тонн зерна. Также разработана госпрограмма развития сельского хозяйства республики до 2020 года. Присутствующих интересовало, что предусматривает эта программа в части развития и переработки овощей, мяса и птицы. В районе Черкесска или в районе Усть-Чугуты или ближе к Абихарскому району республика будет строить с инвестором вместе, ищем инвестора, потому что мы готовы с республиканского бюджета платить, федерация где-то, если аналогический центр стоит 10 рублей, мы готовы сейчас 5, максимум до 6 рублей. Государство готово уже компенсировать это самое. Но ищем людей, кто будет этим заниматься. Как рассказал министр, проект по строительству логистического центра в Урупском районе провалился. Но работа в этом направлении ведется. Также Ахмат Семенов добавил, что уже со следующего года в республике заработает несколько пунктов приема молока. Много говорили о проблемах по обеспечению продовольственной безопасности. В частности, директор племрепродукта Розеленчукский Владимир Гичкин считает, что не менее остро стоит проблема с кадрами. Имеется упущение в вопросе обучения и переподготовки специалистов, в том числе и руководителей сельхозпредприятий. Также подняли другую проблему – большой процент ввоза в республику семян иностранной селекции. И не только семян. На продовольственном рынке зачастую предлагают продукты из самых разных стран мира. Производство и продажа масла в республике совершенно не контролируется. Это данные с рынка. Раньше масло называлось масло животное и назывался маргарин. Где сегодня маргарин? Теперь это все придумали одно название. Масло называется пред. Имеет в составе растительные масла, пальмовые, химические добавки. А цена что на растительное масло и на этот цвет одна и та же. Вот эти федеральные службы, они во все времена ходят там, какие-нибудь справки дадут, бабки берут у людей. Их надо вообще вогнать в хорошее русло. И будет все нормально. Говорили и о том, что отсутствует комплексное законодательное регулирование отношений в сфере производства и распределения отечественных продуктов питания. Но, как подчеркнула председатель комитета парламента республики по аграрной политике Наталья Власенко, они готовы внести поправки в соответствующие законы. Члены пленарного заседания высказали свои размышления, касающиеся озвученной темы. Нужна переработка, нужно помочь переработчикам и нужно наладить каналы сбыта. Вот нам надо как-то это отразить. И выход должен быть на эти крупные мегаполисы, вот начинают, каменводы как бы освоены, да, Ростов, Москва, Санкт-Петербург. Вопросы эти рассматриваются по поводу налаживания каналов сбыта или может быть где-то централизованной скупки произведенной продукции, то есть личные подсобные хозяйства или там малые фермерские хозяйства, у них была задача только вырастить урожай, не было, голова не болела за то, куда это сбыть, как это будет приниматься. В завершении пленарного заседания члены Общественной палаты проголосовали за принятие проекта решения, в котором даны рекомендации всем заинтересованным ведомствам по обеспечению продовольственной безопасности Карачаево-Черкесии. В частности, в проекте решения говорится: рекомендовать Министерству сельского хозяйства рассмотреть возможность разработки ведомственной программы по созданию товаропроводящей инфраструктуры и выстраиванию производственно-бытовых цепочек для обеспечения продовольственной безопасности. Светлана Акбаева, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.
Завтра в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится внеочередная 44-я сессия Народного собрания. Депутаты парламента рассмотрят проект закона о внесении изменений в закон о республиканском бюджете Карачаево-Черкесии на 2013 год и другие вопросы. В эти дни жители гагаузского села Авдарма Республики Молдова широко праздновали 450-летие населенного пункта. Село Авдарма было основано нагайцами. На сегодняшний день там компактно проживают различные национальности. На праздник села были приглашены делегации со всего мира и нагайцы из нашей республики. Алла Динаева подробнее. Празднование юбилея Авдармы проходило три дня. В первый день состоялась международная конференция, посвященная истории основания судеб авдарминцев за 450-летний период. Его участниками стали ученые из Турции, Болгарии, России, Румынии и других стран. Карачаево-Черкесию представил доктор исторических наук Рамазан Кирейтов. До сих пор гагаузы помнят, что они их перевела Екатерина II в те аулы, где жили нагайцы. А нагайцы занимали обширную буджакскую степь. Буджакская степь занимала пространство, скажем, три или даже чуть больше пространства, чем наша Карачаево-Черкесская республика. Эти земли были заселены нагайцами, и они все названия остались там, гидроним остались, топоним остались. Основателям нагайцам молдовского аула современное население воздает должное. Жители хорошо знают и помнят историю своего села. Множество гостей приехали поздравить с юбилеем авдарминцев. Посетили собравшиеся и ротник. Именно здесь 450 лет назад брали воду нагайцы Буджакской Орды, заселившись в этой местности. Основанию селения Авдарма сегодняшней гагаузы, проживающие в Авдарме, обязаны историческому прошлому. Одному из родов нагайцев, которые у этого родника, что за моей спиной, который был построен по архитектурному плану нагайца и вытесан каменных дел мастером, тоже нагайцам, неджетам из Крыма, мы горды, что мы помним прошлое, чтим сегодняшнего и совместно имеем возможность свободно строить свое будущее. При реставрации ротника были обнаружены предметы, куски глиняной трубы и женских украшений. Их бережно хранят, как осколок исторического прошлого. Приятно был удивлен, узнав, что наши предки еще в те времена прокладывали трубопровод, водопровод в аулы. Концертная программа с участием известных певцов ждала авдарминцев. Необычно отметили юбилей гагаузского села Авдарма. Сельчане и гости гуляли три дня, а в завершении праздника прошло авиашоу. На торжество были приглашены парашютисты сборной Румынии и Республики Молдова. Они устроили в небе настоящий спектакль. А завершился юбилей праздничным музыкальным фейерверком. Алла Динаева, Светлана Кокова, Ахмед Казаков, Вести, Карачаево-Черкесия, Молдова. Сегодня в поселке Кавказском подвели итоги районного этапа республиканского конкурса среди учащихся школ, посвященного 70-летию депортации карачаевского народа. Свое мастерство продемонстрировали школьники со всего Прикубанского района. Ахмат Халкечев подробнее. Мероприятие началось с минуты молчания. Собравшиеся почтили память тех карачаевцев, которые так и не вернулись на свою историческую родину. К конкурсантам обратился первый заместитель главы администрации Прикубанского района Александр Попов. Он отметил, что такие страницы в истории не должны забываться. Нужно помнить и быть достойным своих предков. Ну а школьники-конкурсанты продемонстрировали театральное мастерство, устроили выставку картин. На полотнах, написанных детьми, отражена трагедия целого народа. А в конкурсе чтецов ученики старших классов попытались передать боль тех, кому пришлось пройти через ужасы репрессий. Узник в краю неродном, мне подушкой крапива, трава горькой ссылки надзирают над жизнью моей сторожа, и сухая колючка мне служит подстилкой, сплю на ней, как на иглах степного ежа.
Конкурс организован по инициативе общественной организации «Карачай Алан Халк». В течение 3 месяцев во всех школах Прикубанского района определяли победителей в номинациях «Драматизм», «Чтецы», «Исполнение песни плач» и «Сочинение на тему». В процессе подготовки мы поняли очень многое. Как исполнять правильно эту песню, песню «Плач», как выражать свои эмоции, как эти люди пели тогда, как они одевались, это для нас очень было важно. Мы ходили к бабушкам, которые живут в наших селах, просили у них одежду, желательно тех времен. Правда, не у всех осталась такая одежда, но мы все-таки нашли. А сегодня мы одели старинные платья, которые на школе. Нет ни одной карачаевской семьи, где не было бы своей истории, связанной с чудовищной трагедией. Наблюдая за школьниками, многие не сдерживали слезы. Сзади сидят дети у меня, плачут. Вот одна школа слушала другую, и вторая школа плакала. А учитель говорит: перестаньте плакать, не сможете выступить. Так что в зале действительно состояние детей было вот прочувствовано это все, и они это вот показали и выступлением, и показали своим состоянием. Я думаю, такими детьми можно гордиться. Завершилось мероприятие награждением победителей. Свои грамоты и денежные вознаграждения конкурсанты получали от рук председателя Совета старейшин общественной организации «Карачай Алан Халк» Ахмата Катчиева. Ахмат Халкечев, Артур Жужиев, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. С 11 по 14 октября в Израиле прошел открытый международный чемпионат по тхэквондо, в котором приняли участие спортсмены из 30 стран. Карачаево-Черкесию представили 4 воспитанника спортклуба «Мамлюк». Свое высокое спортивное мастерство показали Арсен Шевхужев и Шамиль Унежев, которые стали вторыми в своих весовых категориях. Почетное 3-е место в тяжелой схватке с соперником Валерий Махов стал бронзовым призером. Заряженные положительными эмоциями тхэквондисты теперь готовятся к чемпионату России, который пройдет 13 ноября в Подмосковном Красноармейске. Турнир был рейтинговый. Это говорит о том, что привезли все сильных ребят, привезли спортсменов, чтобы взять рейтинг. Выступили очень неплохо, можно сказать, и положительные только эмоции. Все после поездки у всех остались, у ребят очень хорошо встретили, хорошо провели там с пользой, не только там, и для себя много чего нового открыли. А в Астрахани прошел чемпионат по боксу, посвященный памяти астраханских боксеров и тренеров. Карачаево-Черкесию представили Фарид Алешкин и Азамат Капушев. Проведя 3 боя, победу одержал воспитанник заслуженного тренера России Александра Давыдова Фарид Алешкин. А подопечный тренеров Фалид Замыхова и Шамиля Ганшокова Азамат Капушев стал серебряным призером. Кроме того, подвели итоги судейства. Так, Арсен Чекунов вошел в тройку лучших судей. По результатам соревнований победители представят регионы на чемпионате России, который пройдет в ноябре в Хабаровске. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Ждите вестей. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, +3, днем 8-13. Местами в горах ночью 0-5, днем 3-8 градусов тепла. В Черкесске переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 градусов выше нуля.